Ой, смотри, пожалуйста. Контики новогодние. Пусть к вам счастье в Новый год, перемена в дом войдет, на распашку дверь держите и вы его не ждите. Снежинки, елочки, тепло. Рожки. Кому-то не понравится, скажи. Вот, смотри, какая красота. Вот еще какие-то. С ёршиком внутри. Это с елкой. Зеленый ёршик. Тарелки, жилет. Себе не хочу. И вот тут еще. О, вот это. Для 3D-модели. Печенье. А что значит для 3D-модели? Вот две части. Выпекаешь низ и вверх. И потом их ставишь перпендикулярно. Круто. Вот. Это снеговик. Какие-то санки. Какие-то очень сложные санки. И это я не знаю, что. Коза какая-то. Олень, наверное. Ну, а да. Есть кружки с мотками? Все фракционные новогодние. А, коробки. Это блюдо. Блюдо. Это, вот это вот коробочки. Так? Ну, да. А, это как книжка. Подсвечники. Тут шарик на любой вес. Кусаться. Смотри, какие маленькие. Для маленькой елки. Сколько такой стоит? 8,76. Мне такие нравятся. Там вот такие цветные есть. Вообще они. Ой. У меня как-то сразу просто поменяли. Надо работать. Они все поменяли. Вот это красиво. Ты на голову одеваешь? Такая же. Зима. Так. Ну, были такие. Ну, ладно. Тут стрекоз. Ну, что такое стрекоз? На прищепке. Ну, да, красиво. Или дождик. Вот такие еще красивые, смотри. Подсвечники. Смотри, какие уж. А вот еще, смотри, красота. Для того, кто вообще не хочет ставить елку. Это вот сколько? 6,80. Или вон красный. Мне лошади не могут. А тоже подсвечник. А это? А это светится. Насколько большой. Смотри. Вон елку несут. Круто.
Ёлка с подсветкой. О, какая снегурка. Проблема у нее. А что, нет, что? А это, подожди, это снегурка? Денежку в нее заложить можно? Нет, просто. Просто снегурку, но она явно проблемная. Это все свечки. Смотри, ничего не поменялось за 20 лет. Они как делали вот такие золотые. Да, у нас такая? Так если их беру. Только у нас не расписано. Вот, а. Ну. Даже шарики есть такие же. И не такие же. Не такие. Все-таки что-то меняется. Вот и на маленькую кнопку. Ага, классно, тоже на ручке. Стекло, да. Пустил. Вон золотая карта. А это? Материал стекло. Шарик. Просто шарик. Минимализм. Ой, это пластмасс. Мне больше всего вот этот понравился. Давай возьми. Будет у тебя новая корона? Ага. Вот. Тоже маленький. Твой любимый цвет. Масочки. Красивый, да? Или вот эти вот. Вот, вот такие шары, они все вместе в прошлый раз лежали. Разного цвета. Вон, смотри, какие синенькие. Два шара за 22 рубля. Пластмассовый. Никто не кокнет, как я. И вот эти. Тоже красивые. Провокационный. Вот. Смотри, какие красивые. Вырезаны внутри. Пустые. То, как получается, то, как окантовка. Или вон так, такие штуки красненькие. Или вон. Серебряные. Или еще, смотри, такие. Это какие-то... Как сеточка на помыле. Угу. Ничего не пропадает зря. А вот такие еще снежинки красивые. Ну да. В этой снегурке тоже проблема. Почему? Ну, я бы не сказала, что она красавица. А вон. Ну, это еще более-менее ничего. Это, видишь, то же самое лицо, только с другой стрижкой, с другой короной. Ей как-то сразу стало по-другому. Вот это еще. Да, светит. Светит тебе. Вот. У кого-то была беда. Бурная фантазия. Слышишься сразу елка становится такой летний. Вот не прям. Кому не очень хочется зимы. Ну, смотри, как лошадь нас. Дык-дык-дык-дык. Тоже красиво. Есть опра. Цветок. Ёлка-ёршик. Еще одна ёлка-ёршик. Потом, когда ёлка станет
совсем никудышный, его можно использовать как ключ. Это еще ничего такого. Нет, не будем точно. Что еще красивая шкатулка была. Угу. Ну вот, смотри, если мы тут пакетики. Ну вот такое красивое. Нет? Угу. Совсем не могу принесу. Ну, может быть, этот. Не знаю. Ну, тогда. Ну, так. Да потом. Так, где-то. Свечи. Где шкатулочка? Шкатулочка. Наверное, в том. Ты какая красавица. Ты спросил. Что? Какая? Смотри, какая маска. Ну, собственно, на витрине есть все, что стоит там, да? Угу. Ну, вот тоже, видишь, балерины, судя по всему. Зимние. Зимние балерины. А это что? Сувенир? Сувенир новогодний пакет. Прикольно. Ну что? Все закончилось. Что ж такое-то?